Всем привет, ребята! Эта песня просто играет у меня в голове уже последние несколько недель. Я просто не могла пройти мимо и не сделать это видео. Поэтому, если оно вам понравится, не забывайте про пальчик вверх и обязательно оставляйте ваши комментарии, потому что комментарии тоже очень важны. Но перед началом этого видео вы знаете, что я сотрудничаю с ребятами из Сеула, которые продвигают корейскую культуру. И сегодня Центр сохранения нематериального культурного наследия Кореи попросили меня рассказать про фестиваль нематериального наследия. Это, как знаете, танцы, обычаи, музыка и так далее, то есть все, что передается через историю. Так вот, в августе у них проходил фестиваль нематериального наследия Кореи. Мы подумали, что, возможно, вам будет интересно познакомиться с такой стороной корейской культуры. На фестивале было три этапа, и я хочу рассказать вам про один из них, это этап единения. В этом этапе принимали участие 5 команд, которые как раз-таки представляли традиционные корейские музыку и танцы, но немного в современной интерпретации. Вы же знаете, что даже, например, в клипе BTS Idol было огромное количество отсылок к традиционной корейской культуре, и как раз-таки в выступлениях этих команд вы можете найти оригиналы этих отсылок, так сказать. Например, Квон Сон Хи, музыканты представляли традиционную корейскую музыку пансури, и это очень интересно послушать, на мой взгляд, если вы, правда, интересуетесь корейской культурой. Также можно увидеть различные классные традиционные танцы выступления некоторых команд. Еще самое интересное, там были некоторые команды, например, такие как Сиода, и они делали такую комбинацию с поп-музыки, с традиционной корейской музыкой. В общем, это безумно интересно и познавательно. И если вам это интересно, я надеюсь, что вы этим заинтересуетесь, обязательно посмотрите. Я вам оставлю ссылки на выступления в описании, и также оставлю вам всю информацию о фестивале внизу в описании. Этот фестиваль проходил в городе Чонджу. Возможно, в следующий раз вы захотите его посетить, ну и в целом просто изучить корейскую культуру с такой стороны. В общем, да, давайте уже начнем. Если хочешь пить, то подходи скорее. Я как газировка, только леденее. Ледяной рожок тебе бесплатно. Слишком хороша, что без труда сведу с ума я. И под солнцем даже, знаешь, я не таю. И холодным вкусом сильно обжигаю. Быр-быр, холодно, мой выбор сделан. Раздели мне море, удиви как можешь. Я как будто холодильник свой загляни. Я как будто сладости, ты их точно заслужил. Деньги на запястье и снег вокруг мой. Королева льда, и ты будешь со мной. Прохлаждаемся мы под пломбиром. Прохлаждаемся мы под пломбиром. И по сердцу моем только холод. Но ты можешь положить меня в рожок. И лишь от твоих касаний я растаю. Ты мой любимый вкус, тебя я выбираю. Ты как вишенка, оставайся на вершине. Ведь здесь все те, кто тебя подвинет. Зачерпни, переверни, вот такое, ой-е. Можешь делать, что захочешь, ла-ла-ла, ой-е. Я как будто сладости, ты захочешь укусить. Поцелуй холодный, я будто пломбир. Ты лишь холодильник свой загляни. Я как будто королева льда, и ты будешь со мной. Прохлаждаемся мы под пломбиром. Прохлаждаемся мы под пломбиром. Прохлаждаемся мы под пломбиром. Прохлаждаемся мы пломбир. Я злодейка, прохлаждаюсь, ра-ра-ра. И своей Феррари новой я давлю на газ. Для тебя все так непросто, мне легко все достается. Миллионы, миллиарды на руке, всегда бриллианты. Мой доход взлетает выше, ты летишь, но где же виза? Я как будто Мона Лиза, угости и будешь вписан. Мой доход взлетает выше, ты летишь, но где же виза? Я как будто Мона Лиза, угости и будешь вписан. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Лед на руках, и мне нравится так. Много крема внутри, во всех сумках моих. Пломбир, 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 холод. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Лед на руках, и мне нравится так. Много крема внутри, во всех сумках моих. Пломбир, пломбир, пломбир. Всем спасибо за просмотр, ребята, не забывайте про пальчик вверх, не забывайте делиться этим видео, конечно же, со всеми, с кем только можно, с бабушками, с дедушками, с друзьями, и не забывайте про фестиваль, о котором я рассказывала в начале. Если вам интересно обучаться и развиваться, то все ссылки будут в описании, и всем пока-пока!